Добрый день, товарищи. Вот пошел по пшенице, да, посмотреть. Вот такие вот падалищные ячмени выросли там. Ходил, сорвал бы. Значит, не вопрос, почему на пшенице растут такие вот ячмени, а там, где растет ячмень, там таких нету. Вот в этом колосе 20 или 21 ряд, или 22 ряда, я не знаю. Колос, я не знаю, сколько он длины, на 20 сантиметров, наверное. Вот. Вот я хочу, чтобы на подиуме такие выросли. Ну, не получается. А в ячмене пшеница растет небывалых размеров. Тоже. Значит, выходит, они не конкуренты друг другу или как? Вот у меня вопрос мучает давно. Вот как вырастут такие, чтобы колоски были на ячмене? Кто подскажет? До свидания.